Рейс-рум, детка. Ранговые сервера. Я стал руки. Коротко о том, как я стал руки. Нет! А и все как бы, да? Полный слив рейтинга. Кружечка горячего свежеваренного сваренного квадрарибена. Кофе. Кружечка свеженалитого пива. И мы начинаем. Здесь с нами все и Рисенокс, и Минус, и Малюча, Джохрент, Стешт, вот Дамп пришел. Все с нами. А я не знаю, сколько лить. А сколько гонка-то вообще? 15 минут. 15 минут. Ну, пускай будет 42. Подожди, а где мой сетуп? О, это печально. О, у меня тут на лотуса сколько всего. Не, я ничего не знаю. Так. А, тут же это, да, типа. Ну, нормас, нормас. Так-то ЖД и лучше. ЖД. ЖД. Я на Лотусевиче. Такума Сата. Вомлин. Вассер. О! Эй! Кто тебе разбил машину? Я вижу КТМчики. Ауди. Ой-ой, так много Ауди. Очень много Ауди. Вот, БМВ. Поршик затесался. И мы ждем плееров, которые стил лодятся. Into the server. Практика completed, и я сейчас от квалификейшнаюсь. День непонятного... Извиняюсь. Вечер непонятного языка. Что-то с курсором, по-моему. Так, карситуб мы насливаем. Мы наслили. Блин. Так, а что там трекшн? Минималистично, что мы сделали. А зачем я квалюсь? Может, не квалится? Блин, приватная квала это, конечно, такое себе. Не очень приятное действие. Хочется активности, живости на экране. Ля песочек интернациональный. И у меня сбился градус руля. Что это за песочек такой, который сбивает, значит, градусы? Эх уж этот рейс-рум. Не, ну вроде этот есть. Ой-ой-ой, а что у вас со временем, парни? Не, я не буду хвалиться. Короче, я понял. Я руки, крюки, рулю на руле. На руле. Две на две. Сильва, давай набирай обороты. Я что-то там 51 вроде надо ехать. 50. О, подожди, Атила. Атила быстрый чувак. Хотя, может быть, это его брат-близнец, который не едет. Блин, это стойка. С каркасом безопасности слева вообще не видно апексов. Вот где там апекс, а? Вон он, где-то там. Он где-то там есть. Я, короче, непонятный круг какой-нибудь сейчас проеду, чтобы типа и квала, и... А подожди, у меня уже сейчас, да, получается непонятный круг? Ну вот, кстати, нормально. Минус 2 секунды. Это слишком быстро, парни, нет. Я руки, я не умею. Минус 3 секунды, ну нет. Так где-то не надо, нет. Нет. Мне нормально, на 16 месте. Надо трастарт потренить, кстати. Вот она, педаль синенькая. А я, короче, на 5-м буду стартовать и все. Чё париться. Так, а что там по топливу? 2,2 литра.
И сколько там минута? Минута что? Ну, короче, 2 минуты. 10 кругов по 2 литра. Короче, 30 мне хватит. По идее. Ой. Нет, я сюда даже смотреть не хочу. Так, Дмитрий Дмитриев на лотосе показывает прекрасное время. Губа Атила. Это не тот, наверное. Нет, не тот. Альваро Гарсия Наварро. Касарджи Фернандес. Все, мы... Что? Капочкаем. Куда? Что куда? Вот, настоящее время руки. 30 литров, 30 литров. Ух, ничего себе мне там что говорят. Люша Роколо, Люша Роколо. Ай. Так. Значит, многочисленные Ауди. КТМы. Ну, я не знаю, что сейчас будет. Сейчас будет что-то... Что-то будет, в общем-то говоря. Люша Роколо. А, ну это же Португалия. Ну, что? А это заводиться надо? Нет, оно не заводится. Ой! Вот это телепортейшн. А, то есть старт можно было не тренировать. Так, у меня нет крючев, а никто мне не скажет. Карлефт. Это притормаживает, что-то там газует. Вот это интеллект, я понимаю. Вроде как. Поехали. Сзади просто опасные люди. Ой, не трогайте меня. Нет. Так, бэшечка пошла. Так, Ауди в атаку. Zero. Так, спасибо, спасибо. Я здесь. Все в порядке. Никого нет. Я снаружи попал. Двадцать одна тысячная штрафа. БМВшник, ты где? Все, я понял. Так, у меня 26 секунд, чтобы сбросить 17 тысячных. Ну, сбрасывайтесь это. А, о, спасибо. Все? Есть. Никого? Воу. Ауди, Ауди нет. Ух. Спасибо. Это стеночка. Это все из Ауди, да? Я думаю, да. Я вот здесь проеду. Я думаю, мне сейчас не влепят суперштраф. Так, я вернулся на свою 16-ю позицию. Все в порядке. Это только второй путь. Поехали, 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 поехали. Ауди, Ауди. Газ. Так. Нормально.
я как-нибудь... Как мне тебя обогнать, а? Вот так? Я попробую. А! Дамф, у меня слепстрим. Ой, я тебе как будто бы места не оставил, но ты, по-моему, сам ошибся, я тебя даже не трогал. Это печально, особенно не закончилось. Кафасис. Какое-то ругательство, похоже. Я извиняюсь, конечно. Полный кафасис. Эй, я как бы существую здесь, если что. Ну, ты как бы можешь и так сделать. Ничего себе. Так, а у нас здесь заруба. И до свидания, Лотус. Три вайт. Пять секунд. Нормально. Возвращаемся в борьбу. У меня слепстримчика. О, парни. Давай, поехали! Поехали! Эй, закрестить-то дайте мне, а? Что вы едете, лень? Загородили дорогу сегодня. Так тихо, там кого-нибудь нет, не пнет. Все в порядке? Все. Я не трогал его. Не-не-не, не было там порядка. Я почувствовал. Это вот этот, наверное. Угу, точно. Вот так. Опасное приближение. Ой, что-то я сильно сбросился. What the fuck? Впереди. И нам нужен слепстрим. Где там Апекса вообще, а? Непонятно.
Как-то несерьезно, парни, ну. Свен. Свен. Ой, а что это на ней затормозило? Еду как руки, а руки как руки. На руле я рулю. Ух ты, ты молодец, да, неплохой маневр. Я заценил. Давай я тебя поправлю. Чувак, ну ты в любом случае потерял автомобиль. Ой, это было печально, конечно, да, согласен. Но я там ничего не мог сделать. Хард, 11 секунд, это действительно хард. Можно даже кофе выпить. Просто народ пачками дисквалифицируется. Это жесть. Жестко. Так, ну, наверное, последний круг будет, да? О. Непонятно. А где мои essentials информации? Наверное, еще. О, это же Audi, которая не едет. Пока, Audi. Вау. А шины-то не рулятся. О, а ты кто? О, Харт. А что с тобой? Ты стал изиком? Это печально. Серьезные гонки. Это серьезные гонки. Да. Не, прикольно, прикольно. Нормально. Пойдет. Ну неужели мы доехали? Дмитрий Дмитриев побеждает в данном заезде. Семь человек дисквальнулись. И, наверное, еще одну гоночку мы прокатимся здесь. Нужно немножко восстановить репутейшн и что-то там еще. Сейчас мы проверим. Портал. Ranked Multiplayer. Да, да. Нормально. Тридцаточку вернули, но вот этот семнаречек я буду прям долго воскрешать. Или не буду. Или нахрен надо. 75 там, да, типа. И все, и поехали. Окей. Еще одна гоночка на Портимао. О, сюда. Ой, Америка, нет. Или что там, Америка. Европа, да. Ну что, Дмитрий Дмитриев, зарубимся? Да, надо отквалиться. Ой, я топливо забыл слить. Догоняйте. Молодец. Давай еще. Мадемуазель. Вау. Не получилось у него. Ну ладно. Слить старт. И попадаться.
Давай, давай, вот так вот. Шире здесь нужно. Да я что, типа учу кого-то? Блин, руки. Экшен, что ли, лохнет. Пока не буду. Нифига. Right. Угол сбился, да какого черта? Пипец. Жесть. Я сейчас на 180 руль кручу, а он не поворачивает. У меня рук не хватает. Ну, 1080, я хотел сказать, конечно.
это нереально поймать теперь. Ой, да ну нафиг. Как можно с таким рулем ехать? Рейсрум, рейсрум. А и все как бы, да?